Ну, выбрались мы с Аделькой очередной раз на рыбалку. Момент приплытия сборов не стал снимать, потому что и так уже это все снято было сборов. Сегодня такой ветерочек небольшой, пока плыли, конечно, чуть-чуть воды нахапали, лодка маленькая. Вон, рыбачка уже к рыбалке готова. Да, Лапусик? Рыбалочка готова, умничка. Вот, ну, вот. Такое волнение, сейчас все в принципе будет видно. Стал чуть-чуть ближе, дальше не пошел. Порт, не знаю, метров 500, наверное, выше. Так, ну посмотрим, что у нас тут с глубиной. Ага, поглубже, да? Чуть-чуть. Все, понял. Вставляем глубину. Сегодня пробую на скользящий поплавок. Давно на него не ловил. Посмотрим. Но он чувствительный. Вот так у меня в зимней мотыльнице. Бычок, что ли. Елки зеленые. Раночка маленькая. Подошла. Смотрите, нельзя, нельзя. Раночка. Ну, начала ловить рыбку потихоньку. Ага, клюет. Хорошая. Ох ты, заглотила такая. Да.
где-то, ну, 5 с копейками, наверное, уже были на месте на воде. Ну или в 5. Вот это говоря. Особо так не затекал. Я думал, где-то так. Вот считайте, 4,5 часа где-то мы рыбалили. Ну, одну удочку запутал. Как обычно все. Вот, вот для этого берется запасная. Ну, вот хорошо, хорошо половили. Ветер был утром сильный, восточный. Сейчас задул юго-вост. Даже с переходом больше на южный. Поменялось течение, совершенно другое стало течение. Поменялось. Ну, клев, естественно, стал хуже. Ну, я нанизывал уже в конце. По 3-4, 5, по 5 опарышей. Ловилось меньше, но не так часто, но крупное. Покрупнее. Вон чаек сколько. Полное море чаек. Все есть, кроме опарышей. Господи, как они их съедают. Нельзя, нельзя, Адель, я сам возьму. Я сам возьму. Что? Что? Порезать ее хочешь? Ты красавец. Ну, она же слизюки, она тебе надо. Она тебе надо. Ну что? Фу ты, Адель. Рыбе. Да и прекращай. Уйди, уйди. Рыбачка. Не знаю, что эта камера записала, сейчас только увидел, что он... Вот сколько я поймал таранки сегодня. Ну, неплохо, я так понимаю. Таранка вон крупная есть, вообще обалденная. Я прям сам уродил, по-моему, не включил. Ну, хорошо, тут килограмм так, блядь, 7 есть. Все поплываем. Все, вперед. Вот так вот у нас. Пошли мы с Аделькой. С моей морской собакой. Нравится Адельке рыбалить. Мало того, что охотится люди мой, мы еще и любим порыбалить. Да, Адель? Да. Как ваши впечатления об охоте? Вы упали, когда папа рыбку доставал, да? Адель, Адель, плыви, плыви, плыви. Стоп. Ну, иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне, иди плыви ко мне. Плыви, плыви, плыви. Смотрите, как вот на электромоторе, как идет лодка по спокойной воде. Скорость, я не знаю, там где-то, ну, 7 километров, 5-7 километров в час, наверное. Адель, какая скорость, ты не знаешь? А? Это скорость какая? Не знаешь? А кто знает? Кто знает? Ну, любвеобильная. Сейчас заплыв делать будешь. Вот она любит с лодки прыгать по команде. Догоняй меня. Догоняй меня. Догоняй, 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 догоняй. Погоняй.